Ой. Давай пойдем сюда. Перестань. Хватит, хватит. Ну, хватит. Перестань. Грац, спасибо. Когда ты вернешься? Я не знаю. Напишу. Но ты точно вернешься? Я не знаю. Мусульмане в таких случаях говорят иншалла. На иншалла ты вернешься? Я напишу. Напишу, что ты вернешься. Я напишу. 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 В любом случае, твоя мама будет знать, благодаря ее шестому чувству. Это загадка. Иногда оно срабатывает, а иногда нет. Я снова ничего не понимаю. Она вот на все уже было хорошо. Да. И должно быть еще лучше. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная. Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная. Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ты плачешь? Да. Это дым. Нет, это слезы сожаления. О чем? Сама подумай. Но даже если я плачу, и что? Расчувствовалась из-за того приятного, что было. Ничто не вечно. На этой земле. В том-то и дело. На этой земле. Другой земли нет. Это ты так думаешь. Но это правда. Объективная правда – это торжество разума и века борьбы с суеверием. Каким суеверием? Любым. Возникающим из-за человеческого страха. Этот страх породил богов, и в итоге одного бога. А ты одним богом дальше, чем мы, монотеисты. Речь здесь не о философии. А о чем же? О жизни. Послушай меня, у нас только одна единственная жизнь. Нельзя ее растрачивать во имя какой-то химеры, иллюзий. Ты же у нас умна. Неужели ты не видишь, что ставишь на нечто неизвестное, чего не проверишь до самой смерти? Ты никогда не узнаешь, существует ли то, на что ты сделала ставку, или не существует. А мир реален, мир красив, любовь реальна. Почему ты бросила этого итальянца? Он из-за тебя страдает. Вы подходите друг к другу. Ведь он тебе не очень нравился. Сначала нет. Ты же знаешь, что отец всегда недоволен зятем. Он желает, чтобы дочь жила только для него одного. Довольно глупое желание. Тогда сейчас ты должен радоваться, ведь больше не будет никаких мужчин. Прекрати нести чушь. Мне не нравится, что ты не позвонила. Но я написала. Это не то же самое. Я хотел услышать это от тебя лично. Вначале я подумал, что ты просто шутишь. А как ты ему сказала? Я тоже написала. Так же, как и мне, это другое. Ты не в силах посмотреть ему в глаза, ты ведь боишься? Чего я боюсь? Любви боишься. Это неправда. Я нашла любовь здесь. Можно сказать, что поздно, но нашла. Ты должна сказать ему, почему ты его покидаешь. Он это знает. Допустим, знает, но понимает ли он это? Мне кажется, что да. Тебе кажется, но ты не знаешь. Откуда мне знать? Он верующий, мы об этом много раз говорили. Я ничего не могу сделать, но надеюсь, что он понимает. Надеешься или уверена? Не знаю. Тогда узнай. Я купил ему билет, чтобы он услышал это от тебя. Но, папа, я же сегодня уезжаю. Он ждет в кафе внизу. Я пойду за ним. Входи. Привет. Привет. Твой папа попросил меня подняться. Я знаю. Иди сюда. Папа, у меня через час поезд. Ты же не против, чтобы Анджела поехал со мной? Но ты не едешь. Я еду.
Я получил работу в международной корпорации. Здесь, в Польше. Как минимум на год. Дождусь твоих обетов и пострига. Хочу быть рядом с тобой. Решай. Чего ты хочешь? То есть, не того, что ты хочешь, а чего хочет он? А что это за корпорация, в которую ты устроился? Ну, корпорация. Поговори с членами общины. Они тебе помогут. Да. Но... ко мне лучше не приходи. Ты понимаешь, почему я тебя об этом прошу? Да. Да. Пока. Странно, почему его прислали? Он случайно не ревизор? Гоголя, может быть, знает в России, но не в нашем руководстве. Надо его узнать получше. Возьмите его в оперу. У него обручальное кольцо? Я тоже так подумала, но это такие четкие на палец. Напиши ему мейл, чтобы он не носил этого. Дядя Ватикане, это еще не повод, чтобы выставлять на показ свою набожность. Ладно, напиши, что мы не допускаем никакой религиозной символики. Неужели? Нейтральность мировоззрения. Ты серьезно? Да. Нет, я сейчас придумала. Вы упомянули слово «совесть». У этого слова нет универсального значения. Совесть, если она существует, это понятие относительное. Моя отличалась от совести моих так называемых жертв. Моей совестью была вера в лучшее будущее. И, конечно же, доверие вождям. Но они вас подвели. Это не важно. Я их никогда не подводила. Значит, не было никакого зла? Об этом я буду говорить, если они осмелятся поставить меня перед судом. Осмелятся? Что вы имеете в виду? Вся Европа переболела сталинизмом. Все интеллектуалы. Зачем бередить старые раны? Это уже прошлое. Сейчас есть куда более важные проблемы. Важнее, чем жизнь этого человека, которую вы у него отняли, зная, что он не виновен. Вот это да. Не виновен. Любой из нас в чем-то виновен. Я прошу прощения.
Я вижу, что вы пришли сюда с определенными намерениями. Вы не объективны, и я против вашей дальнейшей беседы. Я достаточно запомнил, чтобы это напечатать. Да? Попробуйте. Это кажется вашим? Легко сможем вас найти. Сейчас. Подождите. Господин Михал. Это не ваша вина, что мать несет чушь. Это вам. Чтобы не было обидно за потраченное время. Низко вы цените людей. Правильно сказал. Да. Если бы в моем кошельке было больше, он бы взял. Почему? Ты это делаешь? Назло мне? Тебе? Я совсем не думала о тебе. Спасибо за билет. Но ты любишь оперу? Я итальянец, у меня нет выбора. Можете одолжить мне этот коврик? Я получил ваше письмо насчет моих четок. Если хотите, я могу их снять. Но я должен предупредить вас, что я буду 5 раз в день молиться, обратив лицо в сторону Мекки. Или корпорация намерена запретить и это? Я вам этого не советую. Из-за ваших связей с нефтяным бизнесом. На самом деле, мой дядя шейх. Серьезно? И благодаря ему я здесь работаю. Я думала, это из-за дяди кардинала. Возможно. У меня много дядей. Везет вам. Вы довольно самоуверенны, не так ли? Не приходило ли вам в голову, что я, а не ваш дядя, решаю, каким будет ваше будущее? Разве нет в Италии безработицы? Послушайте моего совета. Если не хотите потерять эту работу, вы должны соблюдать правила. Но вы не соблюдаете. В этом здании запрещено курить, не так ли? Да вы что? Это мне нравится. Серьезно, я обожаю. Когда мне перечит. Но до определенного момента. Если это был тест, то он не удался. Потому что я не курю. Пока. Что за выражение лица? Как у побитого пса. Ты меня увольняешь? Не движешься вперед, вылетаешь. Ты тоже перестала продвигаться вверх? Да, как-то я приостановилась. Thank you.
Около театра. Как вам не стыдно? А где мне стоять, а? Дома мне стоять? В толчке? В другом месте, только не здесь. Спасибо вам большое. Подожди здесь, я возьму машину. Какое пиво вы мне посоветуете? Я не знаю здешних сортов. Можете купить мне дорогое или очень дорогое. Ладно. Речь действительно идет о пиве? Да. Вы мне не скажете, на что собираете деньги? Хотите выслушать историю? Да. Ладно. Я расскажу вам историю. Старик прикован к кровати уже 10 лет, и никто не может ему помочь. И ему говорят, ты должен умереть. А его сын говорит, пап, я не хочу, чтобы ты умер. Я должен добыть аппарат, который поможет тебе дышать. Убери это, чувак. Что? Убери это. В чем дело? Ты принимаешь деньги на пиво, но на аппарат для отца не берешь? Да. Дашь мне свой номер телефона? Нет. Ты не хочешь, чтобы я помог тебе? От чьего имени ты не хочешь? От имени твоего отца или твоей гордости? Я могу помочь твоему отцу. Анжела, нам надо идти. Пожалуйста. Вообще натурал? Гарантирую. Прошел мой тест. Ух ты. Займешься им? Могу, но я не обязана. В таком случае он мой. Анджело. Подкинь меня домой. Я не в состоянии вести машину. Stop the car. Останови. Stop the car. Останови машину. You okay? С тобой все в порядке? Не знаю. Ты не гей. Я проверила. Но ты католик, а это почти то же самое, что гей. И чувствую, что там что-то происходит. Это чистая физиология. Да, верно. Любовь и есть физиология. Поцелуй меня. Простите.
Анджело, дружок. Амико. Я думаю, что вы в состоянии сами вести машину. Не оставишь же ты свою начальницу непонятно где посреди ночи. Джентльмены так себя не ведут. Тогда ведите себя как леди. Клянусь. Клянусь. Анджело, не будь смешным. Я живу одна. Можешь здесь провести ночь. Давай. Тебя когда-нибудь насиловали? Почему ты так боишься? Я тебя не съем. Надеюсь. Нехорошо прощаться таким образом. Я рассчитывала, что... Сегодня ночью я испробую это. На тебе. Я на самом деле не люблю таких вещей. Жалко. Тогда давай выпьем, и ты пойдешь домой. Нет, спасибо. Я не хочу пить. Расслабься, ты можешь выпить и сесть за руль. Никто не проверяет. К тому же ты иностранец и можешь делать что угодно. За тебя. За тебя. О, нет, нет. До конца. Ты мужчина, не так ли? Спокойной ночи. Пока. Пока-пока. Добрый вечер. Я хочу сообщить... БМВ, цвет черный, номер WN2460C. Так. Да. Пьяный водитель. Всегда, пожалуйста. Добра ночи. Спокойной ночи. Ваши документы, пожалуйста. Прошу. Вы должны подуть. Еще? Еще? Окей. Хорошо. Вам придется поехать на такси. Выходим.
Послушай. У меня для тебя спецзадание. Есть тендер. Соперники не должны знать наше предложение, зато мы должны узнать их. Возьми Анджело, он знает этого Олесио. Подкатишь к нему, и потом получишь доступ к его компьютеру. Ясно? Ясно? Если мне это удастся, ты не боишься? Что повысит меня, а не тебя? Как-то не боюсь. Ты можешь занять мое место здесь, а я буду далеко. Очень далеко. Перестань так пялиться. Он не в состоянии дышать без этого аппарата. Но это устаревшая модель. Посмотри. Посмотри, как это работает. В фонде медицинского страхования сказали, что у них нет денег. Для таких, как мы. Мы должны ждать в очереди порядка 5 лет. 5 лет. Электричество отключится. И через 3-4 минуты он умрет. Вот бумаги. Я постараюсь понять, как получить такого рода финансовую помощь в Польше. У меня пока нет опыта. У меня есть. В Польше ты ничего не получишь. Только заполняешь заявление. Берешь его с собой. Отдаешь чиновникам. Они отвечают, что надо ждать 2 недели. И ты ждешь 2-3 недели. Возвращаешься и спрашиваешь, что с моим заявлением? Каким заявлением? Спрашивают они. Так что ты берешь пустую форму и заново подаешь заявление. Так это здесь происходит, брат. Ты работаешь? Или еще учишься? И учусь, и работаю. Хочу стать профессиональным попрошайкой. Собачонок, привет. Иди сюда. Ну-ка, иди, дам тебе мясца. Смотри, вот оно какое. Маш, на, бери. Нет? Иди ты к черту. За тебя. За тебя. Мне нужно идти. Почему ты так торопишься? Анджела, тебе надо расслабиться. Как ты собираешься поехать обратно? У тебя нет водительских прав. Закажу такси. Я вижу, что ты здесь и без меня справишься. Я здесь по работе, и ты тоже. Как ты успела заметить, у меня другое понимание работы. Если планируешь его соблазнить, делай это. Но без меня. Почему ты не хочешь, чтобы я с ним переспала? Он женат. И что с того?
Сегодня он женат, а завтра, возможно, разведется. Ничто не вечно в этой жизни. Знаешь, есть, однако, вечные вещи. Человеческая подлость и глупость. Это было про меня или вообще? Если это было про меня, то это грубо. Я не хотел тебя обидеть. Как прошло? Проглотил приманку. Я сыграла по уши влюбленную. Какой козел. У него жена красотка. Давай ей кого-нибудь подсунем. Наконец-то будет какая-то польза от Анжела. Бьюсь об заклад, что он не святой. Он почти угробил мой план. Он какой-то ненормальный. Начал читать нравоучения. Я его послала. Сейчас мои нравоучения. Дорогая, ты должна переспать с Олесио. Иначе тебе не удастся заглянуть в его компьютер. Знаю. Но что я с этого буду иметь? Это не входит в мои обязанности. Я не устраивалась на должность проститутки. Нет? Какой словарный запас, Мира. 21 век на дворе. А этот Олесио неплохой кекс. Не в моем вкусе. Невезуха. Тогда воспринимай это как свой служебный долг. Но знай, я хочу... Чтобы ты это как следует поняла. Мы люди, ориентированные на прогресс и успех. Мы поддерживаем... Как бы это сказать? Поддерживаем освобождение от всех уз и ограничений, в том числе и от порядочности. Трансгрессия. Ключевое слово. Ты понимаешь, что такое трансгрессия? Преодоление. И мы финансируем все в этом духе, потому что это наша идея. Наша, то есть чья? Людей, ориентированных на прогресс, людей завтрашнего дня, людей будущего. Тех, кто хочет уничтожить сегодняшний мир. Мир денег и классового деления. Трансгрессия уничтожит этот мир, прокладывая путь к лучшему. Или нет? Анжела подал заявление в фонд насчет помощи инвалиду. Хочешь посмотреть? Что? Парня совсем крышу снесло. Для чего существует государство? Им мало наших налогов? Разреши мне отправить это в наш главный офис. Зачем? Из-за пиара любая благотворительность хорошо продается. Да? Тогда посылай. Мира, давай. Я разрешаю. Твои веки тяжелые, как будто они свинцовые. Твое тело тяжелое, словно из песка или глины. Я же говорила, никаких звонков, да? Крис, я тебе не помешала? Привет, это ты, Тамара? Конечно, ты мне не помешала. Я слышала, что твоя мать дала интервью о своем прошлом. Это может вызвать у нас проблемы. Она предстанет перед судом? Да, я знаю об интервью моей матери. Оно выйдет через несколько дней. Но я ничего не могу поделать. Ты не опасаешься, что эти новости могут отрицательно повлиять на твою карьеру? Корпорации не любят, когда их сотрудники привлекают внимание СМИ. Спокойно. Я уверена, что все будет хорошо. Но спасибо за твою заботу. Спасибо большое. Пока. 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 Прошу. Забудь обо всем. Ложись. Расслабься, растворись в себе. Глубоко. Глубоко. Твои веки тяжелые. По моей команде ты уснешь. Я буду считать до трех. Один. Что сегодня здесь происходит? Что такое?
Пришло срочное письмо по поводу командировки в Москву. Это может подождать. Они пишут, что эта поездка зависит от размера. Молчи, дура! Раскрываешь наши коммерческие тайны, да? Хочу вас предупредить. Господин Анжело здесь. По вопросу заявления насчет помощи инвалиду. Я знаю все о вашем благотворительном проекте. Но это должно немного подождать. Ладно? Пока. Я должен вас предупредить о том, что может случиться во время гипноза. Если я вас усыплю и не разбужу правильно, вы можете впасть в кому, своего рода летаргический сон. Бывали даже случаи летального исхода. Так что лучше не рисковать. Расскажите подробнее об этом. Могу ли я что-то для тебя сделать? Может быть, можешь. Что, например? Например, можешь навещать меня почаще. Как часто? Ежедневно. Я бы очень хотела, правда. Но у меня нет столько свободного времени. Ты же знаешь, чем я занимаюсь. А если два раза в неделю? Не думаю, что это получится. Ну да. Тогда как часто ты сможешь? Как до сих пор? Два раза в месяц. И иногда дополнительно, если получится. Нет. Нет. Значит, нет. И ты будешь продолжать вредить мне? Так, да. Ты бы делала это, если бы я была твоей настоящей дочерью? Если бы ты была моей настоящей дочерью, ты навещала бы меня ежедневно. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Здравствуй, Мария, ласки пełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ну что? Я начну будить ее? Пока не надо. Пускай прошлое немного помучает ее. Хотя бы во сне. Гипнотический сон — это совсем другое. Вы часто слышите такие красноречивые признания? Как на исповеди. Вы вообще храните тайну исповеди? Возможно, я рассказывала вам нечто интересное. Возможно, я не подозреваю, а вы знаете все мои тайны. Вы сказали, что вам нечего скрывать.
что вы живете в согласии с самой собой. Так что я не понимаю вашего вопроса. Мать утверждает, что тоже живет в согласии с собой. Но вы видите какое-то согласие? Так что, разбудить ее? Да. Вы хотите проснуться? Вы достаточно спали? 3, 2, 1. Который час? 9? У тебя есть сегодняшняя газета? Начинаются судебные слушания по делу Розы Нильски. Боишься? Ты такая стойкая. Создаешь мне еще одну проблему. Как обычно. Ну да. Я так хотела иметь дочь. Простите, матушка. Я хочу попросить вас об одолжении. Разрешите ли вы мне уехать? Я чувствую, что не уладила все свои дела. Только несколько часов, и я сразу вернусь. А если ты не вернешься, тогда что? Будет конец света? Уезжай, когда хочешь, и возвращайся, когда хочешь. Привет. Привет. Что случилось? Ладно, ладно. Ты познакомил меня со шлюхой. Она украла информацию из моего компьютера. Это была не моя идея. А чья тогда? Спроси у нее. А я думал, что ты на ней женишься. Урод. Нет. Зная предложение конкурентов, мы можем ехать в Россию. Мы предложим им чуть меньше. А ты уверена, что они выберут нас? Мы их подкормим, и тендер наш. Подкормим? Что это? Взятка звучит не очень. Когда едем? Ты не едешь. Шутка. Конечно, ты едешь. Это награда за твои старания, лояльность и раболепие. Вы спали достаточно долго. Вы хотите проснуться?
3, 2, 1. Привет. Привет. Пойдем поговорим на террасе. Простите, это важный личный разговор. Хорошо. Спасибо. Правда всегда звучит как заученная формула. Ложь кажется более правдивой. Что, если я скажу тебе, что я нашла любовь сильнее и правдивее нашей любви? Ты скажешь, что это звучит как очередная заученная формула. Даже если мы повторяли эту формулу годами. Ты не в состоянии говорить вместо Господа. Любовь Господа выражается посредством человека. Я по-прежнему верю, что ты найдешь ее во мне. Я жду. Я не теряю надежды. Эта надежда позволяет мне жить. Не мы должны быть надеждой друг для друга, а Бог. Это очередная заученная формула. Лучше я не знаю. Послушай, я не могу так жить. Это место, какая-то трясина. Она засасывает меня. С тобой я бы чувствовал себя намного сильнее. Бог даст тебе силу. Снова звучит формула. Господь дает, Господь отбирает. Это воля Божья. Бог куда-то исчезает и годами не появляется. Надвигается черная ночь. Тут и все мистики об этом пишут. Господь меня не покинул, наоборот. Я знаю инвалида, который скоро умрет. И не могу сказать, это воля Божья. Я тоже слаба в этот момент. Ты хочешь посеять во мне сомнения? Мы должны поддерживать друг друга. Как, если ты не хочешь быть со мной? Это не я не хочу. Так решил он. Ты даже не представляешь, как мне тебя не хватает. Твоих глаз, носа, губ, твоего запаха. У тебя еще есть противозачаточные таблетки? Если их нет, пошлем нашего ангелочка в аптеку. Нашла, жаль. Не узнаем, пошел бы он. Или отказал из-за религиозных соображений. Ты берешь его в Россию? Почему ты спрашиваешь?
Скажи серьезно. Зачем он там тебе? В России он полностью затеряется. Он может нам там пригодиться. Положи это. Я уже делал это 100 раз. Легче выиграть в лотерею. Положи это. Адам, я знаю. Не я придумал эти правила. Да, я знаю. Быть может, стоит попробовать сыграть в лотерею. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто сорвал джекпот? Знаешь? Посмотри на него. Он сорвал джекпот. Хочешь его выигрыш? Это спланировал твой бог. Не так ли? Возможно. Возможно. Милосердный ли твой бог? Да. Адам, пожалуйста. Пожалуйста, подожди немного. Немного. Мне не совсем ясно, как это произошло. Я прописал вашей матери снотворное. Его должно было много остаться. Где эти таблетки? Не знаю. Повсюду. Иногда я брала их домой или на работу. Я их принимала сама или давала другим, если кто-то нуждался. Это вам надо было стать врачом, да? А вам бизнесменом. Я не хочу никакого следствия. Вы же сами понимаете, когда обвиняемый умирает незадолго до начала разбирательства, могут заинтересоваться. Так уж и заинтересоваться. Это же нормально умирать в таком возрасте. Она умерла вовремя. Поверьте, если бы она меня попросила, я бы помогла ей умереть без колебаний. Но я надеюсь, вы этого не сделали. Вы думаете, я бы вам в этом призналась? Не будьте наивны и не лезьте в чужие дела. Доктор, дайте мне таблетку для потери памяти, мне она нужна в России. Планируете кого-то там изнасиловать? Доктор, такие шутки при покойной? Чего ты ждешь? Надо покойную помыть и переодеть. И я должна это делать? А кто? А кто? Я? Да. Вот именно. Работать быстро. Раз, два, быстро.
Дорогие товарищи, я хочу прочитать идеологическое завещание покойной. Она сказала ясно, никаких похоронных речей. Кому и когда она сказала это? Мне. А вы кто? Ее приемная дочь. И мать меня просила, чтобы не было никаких речей. Просила? Вам это приснилось. Неделю назад она дала мне это. Чтобы я прочитал это на похоронах. И я прочитаю. Товарищи! Отдайте! Немедленно отдайте! Успокойтесь, я это сфотографировал. Мы это напечатаем. Прошу прощения. Спасибо всем, что пришли. Пожалуйста, не надо выражать соболезнования. Слава Иисусу Христу. Отче, простите. Можем ли мы помолиться за душу матери моей начальницы? Она скончалась 2 дня тому назад. Лучше молитесь за ее жертвенный, за невинных, которых она приговорила к смерти. И никогда не раскаялась. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Угадай, за что она получила этот? Не мог. Давай больше о ней не говорить. А что? Веришь, что о покойниках только хорошо говорить надо? Нет, но я вижу, что тебя это удручает. Так тебе будет лучше. Почему ты обо мне заботишься? Зачем? А если я тебя люблю, не поверишь? Докажи. Так говорят парни. Докажи. И девушки тоже могут. Ты когда-нибудь пробовала? Я пробовала все. И всех? Почти всех. Прости. Тело, когда его покинет душа, остается всего лишь материей, а сын держит в руке душу матери. Как эмбрион. Есть сходство души с эмбрионом? Эмбрион — это предвестник человека, в то время как душа — это его суть.
Разрешено ли православным священникам жениться? Священникам, да. Но не монахам. Но вы монах. А что, я не похож? Да, я монах. С недавнего времени. А до этого я был баскетболистом. Почему вы так изменили вашу жизнь? Вы хотите, чтобы я исповедался при всех? Мы говорим, свет приходит с востока. А как это у вас на востоке? Свет приходит от Бога? Но я не знаю, на востоке ли Бог. Он в наших сердцах, это я знаю. Ко мне он пришел. Пришел сам или вы его попросили? Я ни о чем не просил. Это он выбирает, и на меня пал выбор. Не знаю почему. У меня до этого была неплохая жизнь. Была ли у вас девушка? Была ли девушка? Не одна. Девушки гонялись за мной. Только выбирай. Хотите спросить, жалею ли я? Ты стала верующей? Почему ты зажгла свечку? Разве не это делают в православных храмах? Электричество — это жизнь. Мы даем людям жизнь. Наша стратегия проста и прозрачна. Вы поймете, что наше предложение наилучшее. Никто из наших конкурентов не сможет построить линию электропередачи в Польшу и дальше в Западную Европу дешевле, чем мы. Так что мы ждем вашего решения. Мы верим в будущее этого контракта. У нас сильные соперники, но мы верим, что мы сильнее их. Нашими активами являются технология, организация, но прежде всего наши работники. Достаточно посмотреть, кто для нас работает. Позвольте вам представить. Поприветствуем Крис Нильски, главу нашего польского отделения. Она отвечает за наше предложение. Передай ему. Иди. И если мы получим этот контракт, возможно, она будет контролировать весь процесс. Я приглашаю выступить Нильски. Господин президент! Анджело! Следуй за ним! Но у меня нет прав! Немедленно! Трудов. Я прислал бы водителя. Я вас не понимаю. Спасибо. Спасибо. Это ваше. Пока. Добрый день, документ. Почему? Я не понимаю. Придется. Нет. Ну
Скажи, что ты действовал без злого умысла. Я действовал без злого умысла. И что ты сам придумал дать взятку? Во-первых, это неправда. Я не знал, что находится в папке. А во-вторых, никто мне не поверит. А если бы признаться, что вы действовали в пользу конкуренции? What if you confess that you are acting on behalf of the competition? Я даже их не знаю. Тебе так только кажется. Помнишь Олесио? Он работает в Москве. Я даже с ним не говорил. Это паранойя. Confess. Признайся, иначе никогда не выйдешь отсюда. Ты не знаешь, что такое российская тюрьма. Скажи, что это ты, пока не поздно. В конце концов, тут каждого сломают. Сильных здесь не бывает. Это вопрос времени. Скажешь? Да. Скажи. Нет, не скажу. В таком случае, я не знаю, как тебе помочь. До свидания. Он мне нравится. Но не как мужчина. Думаешь, что он сломается? Нет. И что тогда?
ваше высокопреосвященство. Разрешите мне пройти. Нет, сеньора. Кто хавку сожрал, ты спрашиваешь? А? Ты не понял, что ли, Люк? А? Дружочек, ты не понял, что я спрашиваю? Кто батьку сожрал? А? Эй! Эй, вот они! Что вы делаете? Пиши давай, на каждый. Эй, прейс, уйди. Черный, лежи! Оставьте его! Что-то непонятно, не понял? Я не понимаю. Хочешь поиграться? Иди сюда. С тобой сейчас побеседую. Поиграться? А? Давай его. Давай. Ссы ему на рожу. Хочешь что-то сказать, говори. Простите. За что ты просишь прощения? Я не принимаю снов всерьез, но у меня был сон. Сон и что? Могу ли я позвонить? Звони. Я могу показаться истеричкой. Но есть что-то вроде телепатии. НАСА даже исследовало эти явления, и... Ты же не должна оправдываться. Кому ты хочешь позвонить? Моему отцу. Пожалуйста. Я не понимаю, о чем речь. Они были как террористы сегодня. Правительство защищалось. Все это далекое прошлое. Кому хочется копаться в прошлом?
В Польше всегда такие найдутся. Я поехала. Доведете наше дело до конца? А я тем временем заеду в главный офис, чтобы опередить возможные тупые и сложные вопросы. Выглядит так, как будто кто-то хочет помешать твоему повышению. Кто? Как дела у нашего итальянского коллеги? Можно ли что-нибудь для него сделать? Да. Кто-то вмешался в его дело. И, по всей видимости, его выпустят. Вот. Все прошло, как должно было. И что дальше? Кажется, мы получили этот контракт. Да. Выглядит именно так. Так в чем проблема? Кто сыграл ключевую роль в победе в этом тендере? Мы. В основном? Я. Да. Я это знаю. Но знают ли наверху, что это была ты? Спасибо, что вы приехали и что помогли. Твой родственник из Ватикана тоже помог. Но почему вы это делаете? Ты, наконец, доказал, что ты мужик и спас эту дуру. Вы имеете в виду Касю? Нет. Английскую королеву. Тебе вернули паспорт? Да. Отвезу тебя в аэропорт. Вот так. Привет. Когда результаты встречи появятся в интернете? Это во сколько по нашему времени? Тогда они должны уже быть. Спасибо. Нет, я сама проверю. Пока. Ты еще здесь? Иди домой. Спасибо. Спасибо. Тварь. Мразь! Ты еще раз меня уделала. Даже после смерти хочешь взять верх, дрянь. Все для себя. Я тоже была для тебя. Тебя не интересовало, чего хочу я, только то, что хочешь ты.
Вам нельзя сюда приходить. Уважайте волю той, которую любите. Приходите на монашеские обеты. Потом вы можете поговорить. Кася! Я хочу заказать. Двое подойдут. Вместе или по очереди, все равно. Хватит болтать, пусть едут. Кася! Катерина! Кася! Пожалуйста, услышь меня. Пожалуйста, ответь мне. Прошу тебя. Мое сердце разрывается. Как вы? Уже лучше? Пока нет. Thank you.
Господь мой пастырь, ни в чем не нуждаюсь. Господь мой пастырь, ни в чем не нуждаюсь. Он позволяет мне лечь посреди зеленых пастбищ. Господь мой пастырь, ни в чем не нуждаюсь. Послушай, дочь, и увидь. Забудь своих близких и свой родной дом. И он заслужит твою красоту, поскольку он Господь твой. Поклонись перед ним. Господь, ты моя радость. Кастрат. Жаль, что все так закончилось. Почему ты сказала жаль? Мы могли бы продолжить наши игры. У меня было заготовлено несколько сюрпризов для тебя. Например? Я хотела подкинуть тебе таблетку, после которой ты на несколько часов теряешь память. Так называемая таблетка для изнасилования, и тогда я бы тебя изнасиловала. А нанятые люди привязали бы тебя к железнодорожным путям. И ты бы слышал приближающийся поезд и умирал бы от ужаса. Почему ты этого не сделала? Потому что я подумала. Не знаю. Я просто подумала, может, будет лучше, если ты меня обратишь в свою веру. Ты же ангел, не так ли? Анжела — это ангел. А откуда у тебя уверенность, что я еще верю? Ты это серьезно? Надеюсь, что это временно. Пройдет.
Об этом мистики пишут, что переживают черную ночь. Пришло мое время. Почему ты так думаешь? Возможно, я был слишком уверен в своей вере. Помнишь, как твой Христос взывал на кресте? Боже, почему ты меня покинул? Я даже взывать не могу. Еще одно отключение электричества. Ты вовремя упомянул про черную ночь. Хороший повод для нашей фирмы построить новую линию электропередачи. Но это больше не моя проблема. Мне наплевать на фирму и поставки электроэнергии. Полная свобода. Но что мне с ней делать? Ты ведь итальянец. Почему тебе не запить? Tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Ты жив. Ты жив. Я жив. Ты дышишь сам. Дышу.